Все профессии нужны, все профессии важны. Первоклашек 41-й Люберецкой гимназии познакомили с профессией кондитера и научили их расписывать имбирные пряники. Мероприятие прошло в форме мастер-класса. Разноцветная глазурь, пряники и, конечно, детская фантазия. Всего этого достаточно, чтобы сотворить шедевр. На мастер-классе первоклашки воплощали свои идеи, раскрашивая сладкими красками пряники в форме кленового листа, облака, елки и пряничного человечка. Это не просто творческие занятия. Они расширяют представление о профессиях у ребят. Пряничный мастер-класс проходит у нас в рамках профориентации. Ребенок пришел в школу. И мы его не только учим, но и хотим, чтобы он был успешным человеком. Ну а для этого нужно, чтобы он нашел себя в современном мире. Поэтому знакомство с профессиями позволяет ему увидеть, сколько много профессий, попробовать себя в этой профессии. Но я считаю, что получилось очень здорово, весело и очень понравилось. Дети не только попробовали на один урок стать дизайнерами, кондитерами, но и узнали много нового. Например, что изначально пряник появился в Египте и только потом в России. Став обязательным дополнением к чаепитию по указу царя. Поэтому ребята ответственно и увлеченно подошли к пряничной росписи. Я разукрашиваю глазурью облачко. Мне очень нравится. Я вообще мечтала стать дизайнером. И как бы мама сказала, это мои первые шаги. Подобным творчеством может заняться любой желающий. И такой процесс займет не только детей, но и взрослых. Глядя на увлеченных детей, я не удержалась и тоже решила попробовать еще пару штрихов. И вот пряник для коллег готов. Все эти лакомства ребята отнесут родителям, а вечером наверняка попьют чай с пряниками, сделанными своими руками. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.